В прошлом году летом были каникулы, ну а этим летом уже другая жизнь, как признаются сами выпускники. Когда экзамены остались позади и результаты стали известны, в каждой школе прошло несколько праздников. Сначала последний звонок, а затем и выпускной вечер. В школу номер 4 города Красноармейск, чтобы поздравить выпускников, приехал глава городского округа Александр Иванович Овчинников. Вы постарайтесь по жизни не растратить это время. Постарайтесь те знания, которые вам дали в этом прекрасном храме науки, пронести по жизни, умножить их в несколько раз, десятки, сотни раз ваши знания, и прийти к нам, вернуться классными специалистами во всех сферах, в сфере муниципального управления, в сфере юридического права, в сфере экономики, в сфере промышленности, оборонной промышленности. Поверьте, малая родина, ваша малая родина, город Красноармейск, очень нуждается в вас, и мы вас всех ждем. Грусть и счастье одновременно встречаются в этот выпускной вечер. Чтобы отпраздновать события, на пороге школы, кроме учителей и учеников, появляются еще и родственники учащихся. Некоторые признаются, что когда 10 лет назад оканчивали школу, то эти ребята только приходили, и невозможно поверить, что время летит так незаметно. Будто еще вчера их классный руководитель говорил напутственные слова им, и они стояли на том же месте, где выпускники стоят сегодня. Весь наш класс и к вам всем сердцем обращается. На мысли я себя ловлю. Поверьте, я не притворяюсь. Я каждого из вас люблю. А тот самый момент, которого все ждут на протяжении всего вечера, это, конечно же, вручение аттестатов. Долгих 11 лет каждый из этих ребят стремился к этому моменту. А вальс на выпускном вечере кому-то может показаться украшением, а для кого-то чем-то другим, более сокровенным. В любом случае, этот танец в этот вечер бесподобен. Алексей Суходольский специально для телеканала «Твой».